Здравствуйте, меня зовут Еременко Ольга, мне 55 лет. Работаю медсестрой-анестезистом в нашей районной больнице. Начала учиться рисованию в 2019 году на бесплатных марафонах по графике в школе Егора Матиты. Это моя первая работа. Ужасно. Если честно, я ее немножечко доделывала, но спустя, наверное, месяц. Сейчас я покажу вам другие работы. В основном это были портреты. Но больше мне нравится рисовать животных. Животные, в общем-то, являются моей целью. Я хочу нарисовать своих собак. Затем была пастель. Совсем не получалось. Затем я начала заниматься маслом. Которое продолжаю и по сей день. Пытаюсь работать акрилом. Это акварель, которую я не люблю. Она мне не получается и не дается совсем. Вот еще мои работы пастелью. А это те, кого я хочу рисовать, ради кого я все это и затеяла.